Дорогие друзья, всем привет! Хочу поделиться своими покупками и кое-какими подарками, которые мы получили от друзей. Друзья наши переехали жить в Санкт-Петербург и привозят оттуда нам кое-какие плюхи. Скажем так, очень интересные штуки, которые сейчас я вам и покажу. Первое, что меня очень удивило и порадовало, смотрите, такая вот интересная кухонная прибамбасина, скажем так, это фэри, причем это финская фэри. Финская фэри, в Санкт-Петербурге там у них есть доступ к товарам, к финским товарам. Там у них магазины есть, и люди ездят туда. В общем-то, очень интересное. Объем здесь 375 миллилитров, сколько стоит, Ольга мне не призналась, а сказала, что дорого. Смысл в том, что через этот вот распылитель выходит не капля, а какая-то вот пенка такая. Причем сам по себе вот раствор кажется как будто бы очень жидкий, но на самом деле, вот пеночку сейчас вот покажу, вот она пеночка выходит, на самом деле это не сказать, что очень жидкий раствор, а он очень даже такой маслянистый и концентрированный, прекрасно моет посуду, имеет замечательный запах, такой вот. Не могу сказать, что похож на фэри, который продается у нас. Так что мою посуду, мне нравится. На самом деле очень интересная штука. Друзья, кто живет в Санкт-Петербурге, ну напишите мне, сколько стоит эта штука. Очень интересно. У них там есть Икея. И вот каждый год, когда они приезжают, и привозят нам пакеты на 1 литр и на 0,4 литра. Очень удобные. Мы их используем, эти пакеты, для замораживания продуктов. Классный пакет. Так что спасибо друзьям нашим. У нас такого нет, именно вот этой фирмы. И еще самый интересный подарок, который они нам привезли, это вот такой набор контейнеров. Здесь 17 штук производит Россия. Будем открывать и смотреть. Чудесный такой набор, который нам пригодится для производства сыра. И не только. Объемы контейнеров разные. Так вот, значит, крышечки. Вот два вот таких вот контейнера высоких. Сколько здесь объем какой? 1,7 литра. Вот два контейнера на 1,7 литра с крышками. Два контейнера. Сейчас посмотрим, какой тут объем. 1,1 литр. 1,1 литра с крышками. Таких вот мысипусечных контейнеры. Очень удобные, классные. Вообще я специи сюда, наверное, положу. На 110 миллилитров. Вот, 4 контейнера. Класс, вообще супер. Такие они милейшие прям. Здорово. Только что-то крышек, мне кажется, много. А, нет, это крышки, наверное, вот для этих контейнеров будут еще подходить. Вот у меня две крышки лишних осталось. Но они будут, конечно же, не лишними. Вот здесь вот еще два таких вот контейнера, более плоские, как матрешки. Друг в друге так хорошо упакованы. Вот такой вот контейнер. Объем у него на 1,9 литра, почти 2 литра. Такие вот контейнеры. Два вот таких вот контейнера, как раз под них крышки-то. Здесь объем на пол-литра, 0,6 литра. Нестандартные какие-то размеры. Два вот таких вот контейнера, плоские. Здесь у нас на 0,3 литра. И три контейнера вот такие вот. Вот они, интересные какие контейнеры, вообще обалдеть. И здесь у нас объем на 100 миллилитров тоже, на 100 миллилитров. Классный подарок. Хранить можно что угодно. Класс вообще. Специи, приправы, сыры ли какие-то у нас будут вызревать в этих контейнерах. Прелесть. Спасибо, дорогие друзья. Я говорю сейчас слова благодарности нашим друзьям из Санкт-Петербурга. Ждем всегда вас в гости. Хочу добавить про контейнеры. Очень интересные контейнеры произведены у нас в Москве. Производство специально для сети магазинов IKEA. Смотрите,
пищевой пластик, можно мыть в посудомоечной машинке. Они подходят для заморозки и для микроволновых печей. Классные контейнеры. Следующее хочу сказать и показать то, что это я уже купила. Вернее, сын попросила, чтобы он нашел у нас в Саратове семена красного лука. Как оказалось, это какая-то проблема. Его нет в наших магазинах, а если есть, то очень дорого. 460 рублей за килограмм. Это как чугунный мост, мягко говоря. И такой паршивенький. Илья молодец, нашел мне вот такой вот чудесный лук-сивок. Крупный, прям чудо. Вот, по цене 300 рублей за килограмм, взял полтора. Мы очень любим такой лук, съедается моментально он у нас просто-напросто. И в этом году я решила посадить его немного побольше, чем обычно. И еще купила лак для наружных работ. Этим лаком я буду покрывать фигурки из цемента, который я купила в магазине Fix Price, которыми планирую украсить свою клумбу. Так что вот такие вот подарки и покупки, которыми я хотела с вами поделиться. Я иду к Гагасе. Гагасе снова орут. Тега-тега, а чё вы кинаете такие? Дышите. Васька, чё орёшь? Ну чё ты орёшь-то? Чумазый. Ты грязная. Вообще я не знаю, зачем я это снимаю. Наверное, я просто хочу посмотреть на качество камеры. А это какие-то мамины цветы. По-моему, красиво. Вот это менее красиво. А вон там чудит Квочка. Квочка! Ты чё чудишь? Родители, а вы помните, как вы сидели тут же, только когда были эти качельки поновее, и мы снимали какой-то ролик, что-то типа промо-канала? Да, дело. И вы что-то вы... Не-не-не-не-не, вы рассказывали... По-моему, как вы начали совместную жизнь, вы рассказывали. Ну да, да. Это было то вот тут вот, то там на участке. Вот. А сейчас что вы сидите, обсуждаете? Друзья проводили, вот сели посидеть, поговорить. Про картошку говорю, папе рассказал, что ты мне вчера сказал. А, да я папе тоже говорю. Вы, говорит, не желали бы родители побольше картошки посадить? Ну правильно, а то в город-то посылать надо что-нибудь есть. Я же картошку ведрами ем. Прям ведрами? Да. Не дай! Никто же не дает, тут вон земля, да, вон лапа. Да, сажай. А посевную, посадочную побольше найдите. Лови! Все равно сажать в любом случае надо. Ну вот. А, не в погребе, а на... Вань, ты что чудишь? Да играю с мамой, с папой. С мамой, с папой играешь, говоришь, это хорошо. Вот солнце жаркое, солнце, да. А ветер прям леденющий. Дай бы мне. Это да. Знаешь, давай мне самое интересное, сколько в тени градусов? Ну, больше 10, я думаю. Думаешь? А ты права. 15 где-то. Но с ветром это ощущение, как будто сразу все всего-то. Куда? Резко неожиданное включение. Эксплуататоры отправляют меня эксплуатировать. Я все всем расскажу про вас. И чем же мы тебя эксплуатируем? Я мило лежал на диване, никого не трогал. И тут меня решили трогать. И отправили. Ну, ты же спросил, где я? Вот. Все, забираю, бегу. Да нет. Че, я яиц, что ли, не видел, Вань? Не, на самом деле, как бы страшного-то ничего нету. Возьми да сходи, тем более через дорогу, но мне так лень, я так хорошо лежал. Эх.